так сказать, прогорнула. Первое, почему аборигены съели купленное? Не хватай за чужие тари, вырвавшись из рук своих подруг. Вспомните, как к берегам Австралии подплывал покойный ныне Кук. Как в кружок усевшись под азами, поедом с восхода до зари, ели в этой солнечной Австралии друг от дружку злые дикари. Почему аборигены съели кука? За что неясно молчит наука? Не представляется совсем простая штука. Хотели кушать и съели кука. Однако ж есть еще одно предположение, что кука съели из большого уважения, что всех наускивал колдун-хитрец из люка. А ту, ребята, хватайте кука, кто уплетет его без соли и без лука, тот сильным смелым станет добрым вроде кука. Кому-то под руки попался каменюка, нет много люка и нету кука. А дикари теперь заламывают руки, ломают копья, ломают луки, сожгли, бросили дубинки из бамбука, переживаю, что съели.